Так, друзья, перед нами ботиночки, которые были, ну, ботинки и кроссовки, которые были вчера, только ко мне пришли. И сегодня смотрим. Давайте поближе. Ну, ребята, такое качество видно, да? Ну, всем видно. Вопросов, наверное, больше нет. И это только вчера пришли новые ботинки. Никому не рекомендую покупать эти ботинки. Кроме того, вот этот вот материал белый, он сделан вот то же самое с этой стороны, ну пока еще нет, но он сделан примерно так же, из того же материала, как и делают тапки, прокладки для тапок, обычные домашние тапки. То есть этот материал, вот он, очень спокойно, то есть когда ты пяткой становишься сюда под весом 100 килограмм, да, у тебя вот эта штука, она прогинается. То есть я ничего не могу сделать, а вес моего тела 100 килограмм, 104 килограмма, естественно, он садит это все моментально. Кроме того, эти тапки очень неустойчивые. То есть, когда ты становишься, должен идти прямо, нога должна идти прямо. То есть становится ровно, как, допустим, в других нормальных кроссовках, то в этих кроссовках ты падаешь на эту сторону или на эту сторону. Они совершенно не поддерживают тебя, и ты можешь получить травму вместе с этим. Но вот этот нюанс меня вообще поразил, конечно. Как это? Что это такое за кроссовки? Только открыл и... Извините, спасибо.